колпак из бумаги делал. Реально из бумаги делал. Из туалетной бумаги делал. Он семислойный. Я делал его, он колпак у нас семислойный. Я делал из туалетной бумаги семислойный и на ПВА клеил. Ай, хер с ним. Колпак называется ГДШ, Тим. Я его клею на БФ клей. На БФ-6 клею. Он капец твердый. Очень хороший колпак, пацаны. Лучше, чем заводские. Кстати, пацаны, сейчас, наверное, скоро мои родители приедут с лобзиком, и я буду делать коробку под вот этого китайца. Посмотрим, если он не будет валить, то это просто буду орать производителей. Сука, вот нельзя, блядь, этого. Ребят, вот смотрите, знаете, почему мне не нравятся такие динамики? Ща покажу. То, что у них нету вот таких вот штук. Блять, ору просто. Вот так вот. Колпак реально заебись. Почему так тихо играю? Потому что я не буду насиловать свой усилитель. Видите? Гейн наполовину сделал. Это выход из того, чтобы как бы это... Так, погодите. Я сейчас настрою немножко, еще чуть-чуть. Так. Вот столько лучше пусть будет. Колпак просто топ, реально. Вот ГДШ, Тим. Палёнка не пахнет. Колпак, кстати, тёпленький чуть-чуть. GBL Team не заходил, потому что ГТШ лучше. А люблю советские динамики. Только их очень трудно найти. А если дом. Если бы дом был, то я бы сейчас бы постестил их. А если были бы вот такие маленькие китайцы, маленькие динамики, я бы их обязательно бы повалил бы. В общем, вот такой, ребятки, тест был. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока. Кстати, ребятки, он блестит. Сейчас вам покажу, если не верите. Сейчас включу. Сейчас вы охереете. Он, вот эта часть нереально просто гладкая. Видите, он блестит. Ребят, сразу говорю, на камеру это трудно передать. На камеру трудно передать, сразу говорю. Видите? Вот, видите, он реально нереально гладкий. Даже трогать очень приятно. Сейчас вам покажу, так отключу. Угу. Сейчас вам покажу, из чего дел. Вот. Заходим в сортир. Не буду снимать. Вот, а вот из простой туалетной бумаги делал. Вот, смотрите, из дешевой, из тупой туалетной бумаги. Сразу говорю, колпак, он семислойный, пацаны. Да. Колпак реально семислойный. Так что не гнобите то, что типа, что за херня? Почему ты не написал GBL? Так GBL, пацаны, говно. Потому что это ж Китай, пацаны. Вы же знаете, что GBL это Китай.
А вот ГДШ это уже для меня нормас. Всем пока. Колпак реально охуенно получился. Кстати, еще раз говорю, я его приклеивал вот на БФ приклеивал. Вот смотрите, вот на БФ приклеивал. Также кистью приклеивал все. Уже засох. Кисть тоже блестит. Ладно, всем пока. Ставьте лайки и оцените мой колпак, который я вчера его делал. Он реально семисходный. Смотрите, он реально твердый. Капец, охуенно просто колпак. Всем пока.